Слава Господу, братья, я приветствую всех. Мы с Новосибирска, с братьями приехали, четверо человек нас. У нас совсем, ну так, относительно недавно, тоже по милости Божьей, началось это служение Центра реабилитации. По милости Божьей, о чем вот сейчас, вот, братья, вы говорите, это так действительно родное, так вот что-то близкое, да, вот вы, я думаю, сидите и вот тоже все это внимаете, и кто в этом труде понимает, да, о чем идет речь, как это действительно оно трогает сердце. И вот брат Александр сказал, когда мы видим, что эти люди, они встречаются с Господом, и это действительно насыщает нашу душу, и мы действительно радуемся, Господи, что встречаются с Тобою души. Слава нашему Господу! Мы начали служение в том году, в марте месяце, ну, у нас еще даже года нет. Но, конечно, мы, дорогие братья и сестры среди нас, мы видим, что Бог, Он дает нам видеть эти, ну, плод, дает нам порадоваться, хотя и, ну, не очень продолжительное время, и, может быть, и только набираемся этого опыта, перенимаем этот опыт, поэтому и мы сегодня также приехали сюда, чтобы научиться, чтобы послушать, чтобы наше служение, оно и далее было эффективным. Но, дорогие братья, я хотел бы так вот, ну, поделиться и сказать, с чего вообще начиналось и как бы и у нас, потому что мы тоже в свое время так помышляли, мы тоже так рассуждали и думали, ну, неплохо бы. И знаете, почему мы так думали? Мы не в самом Новосибирске, мы вот в Криводановке, чуть-чуть как бы дальше от Новосибирска. У нас, знаете, так вот тоже целый ряд братьев. Молодые братья там вот моего возраста, там чуть-чуть постарше. И как бы казалось, знаете, вот неплохо бы, и Бог так благословил братьями, ну вот, все вроде бы, бери да делай. Знаете, но не так-то все просто оказалось. Как потом мы уже столкнулись с этим служением и увидели, что да, здесь нужно Божие содействие, Божие призвание, Божие благословение. Я хотел бы прочитать один текст Священного Писания. Это написано в притчах, в 15 главе, 22 стих. «Без совета предприятие расстроится, а при множестве советников оно состоится». Слово Божие здесь нам говорит о том, что без совета предприятие расстроится, а при множестве советников оно состоится. И был такой период, когда мы, вот трое деканов, вот нас и старшинослужитель, пресвитер, собрались и вот приехали к старшему нашему брату Сибирского региона Алексею Игнатьевичу вот с таким предложением. И, знаете, мы тоже как бы так видели, что, ну вот, и братья есть, и есть те, которые имели тоже эту зависимость, но по милости Божией освободились. И вроде бы как бы вот все способствует тому, что, ну как бы бери да и делай это дело, это служение. Приехали, и вот свое так желание нашему старшему брату делимся. Вот, брат, есть там у нас вот участочек, там готовы благословить. Ну, вроде бы все, ну вот, ну, брат, ну, благослови, ну, как-то вот, может быть, попробуем. Ну, и старший брат сказал, ну, не потянете вы, не потянете. Вот в одни руки вы, ну, не сможете, потому что не сталкивались, ну, как бы нету опыта, не знаете. И знаете, дорогие братья, и как оказалось, а брат-то был прав.
Это сейчас, может, когда мы столкнулись и увидели, пройдя какой-то путь, а брат-то был прав. Слава Богу, дорогие. И мы думали, что, а Бог, да, все, вот они, братья, все вот так вот складывается. Но знаете, а все по-другому пошло. И оказывается потом, и даже не эти братья вошли в труд, а Бог и усматривал нечто другое. Слава нашему Господу, что и где-то и нас при этом совете, да, где-то предостерегли, где-то нам как бы так помогли, чтобы и мы, может быть, взявшись за это дело, и вот, ну, не получившись, опустили руки и сказали потом, да вообще, зачем это надо? Ну, прошло время, это желание, оно как бы не уходило. И потом, знаете, Бог, Он все равно свое дело, Он делал с нашими сердцами, нас как-то формировал, вот. И потом мы стали наблюдать, что все равно оно дело-то как бы созидается. Потом мы увидели, что да, уже как бы появляется такая возможность, и вроде как и дом уже есть, собственный дом для этого служения. И вроде бы, знаете, так и с работой вот все, как бы так все складывается. И потом обратились к братьям здесь вот в Томске, брат Сергей, другие братья. Они приехали, показали эту модель. Мы, конечно, перед этим приехали уже и к старшему брату. И старший брат уже сказали, Алексей Игнатьевич, ну вот, может быть, не в сие ли время, может быть, вот сейчас уже, и вроде бы как бы и складывается, и это. И брат дал свое благословение, ну и сказал, что, ну, давайте будем пробовать, давайте вместе. Ну, если что-то не получится, ну, вместе и будем, ну, как-то вот это все дело нести. Слава нашему Господу. И потом приехали братья, вот тут вот сидят, вон, даже Женя сидит, Миша, брат Сергей, жили неделю, дали это направление, и с Божьей помощью это дело, оно сдвинулось, с Божьей помощью. Слава нашему Господу. И Бог стал что-то делать, и Бог стал формировать, и Бог стал созидать. Вот брат Валера, мы с ним тоже несем это служение, в то время находился, он просто в Новосибирске, так вот по работе, ну вот услышал, что да, вроде братья там, вот такое дело, приехал как бы поддержать наши руки, и Бог и его сердце коснулся, и он как бы тоже вошел в этот труд. И вот с того времени мы так вот вместе, по милости Божией. Конечно, видим, дорогие братья, мы видим, как Бог в жизни этих людей, Он что-то делает, Он, как Он меняет. Знаете, и отпечаток в моем сердце, я братьям часто говорю, когда у нас вот тоже такой момент был, вот так вот одного вот принесли в покрывале, там в тряпки, вот так вот занесли, положили, ноги обморозил, пальцы гниют, вонища стоит там на целый дом, там все, ну так, извините за выражение, там, вши там вот в разные стороны. Вот такого вот привезли, и мы видели, как Бог на наших глазах вот эту душу стал поднимать, Господи. Это, конечно, процесс проходит очень, ну, быстро, не так, как в церкви, может быть. И сегодня, да, эта душа уже ответственная, и Бог и Духом Святым крестим, и этому мы радуемся. Слава Богу, дорогие. Но хочется сказать, как вот этот стих говорит, я не знаю, братья, может быть, кто-то здесь сегодня тоже помышляет и желает как бы вот начать этот труд. Мы тоже колебались, так, смущались, ну, Господи, ну, с чего начать, как начать?
И сейчас я понимаю для себя, и хочу и вот и вам сказать, в совете, дорогие братья, в совете, как я уже сказал, мы тоже видели, что вроде бы все располагает, и целый ряд этих братьев сидят, молодых, энергичных, вроде бы бери да делай. Но знаете, Бог по-другому повел в совете. Пусть Бог благословит и поможет нам.